Здравствуйте, уважаемые слушатели. Забыл в первых двух частях представиться. Меня зовут Эд. И это Мебель Прокси. Днепропетровская. Поговорим в третьей части. Это часть номер три. Поговорим в третьей части, о чем еще можно поговорить, рассказывая о столешницах. Ну, размеры столешниц мы понимаем. 3-4-метровые. Толщина столешниц бывает, в принципе, в двух видах, в основном двух видов, что касается обычных стандартных столешниц, это 38 миллиметров и 28. Вот перед собой вы видите 38 миллиметров, есть еще 28 миллиметров. Что еще бывает? Ну, бывает вот этот профиль, он там U-образный, там и так далее, есть разные. Здесь более скругленный, ну, вроде бы, как бы сейчас уже более модно, чтобы он был более квадратный. То есть вот эти углы, в принципе, сейчас уже как бы большой радиус, ну, не модный, вроде бы как бы не очень красиво. Здесь, в принципе, сделано все очень культурно. Если тут будут капли вот тут висеть, вот так как столешница стоит, то, в принципе, видите, они не будут попадать на ДСП. И получается, оно не будет рассыхаться. То есть здесь сделано, видите, все как положено. Это раньше, где-то лет 10 назад, когда еще самопальные делали столешницы, они и сейчас там некоторые фирмы у нас делают, то, конечно, все по старинке делается, ну, не так, как это положено. То есть заканчивается пластик где-то здесь, капля висит, все это набухает, ля-ля-ля и так далее. И это не, ну, столешница портится. Значит, еще расскажу, значит, что хорошего о вот этих пластиках. Как на Эгере, так и здесь. Значит, в чем еще есть несколько секретов. Значит, Эгер в основном выпускает все матовые столешницы. Ну вот, это образцы пластиков, такие же столешницы. Если вы видите, они все практически матовые. Ну, не помню, есть ли в Эгере, по-моему, есть пару столешниц, которые глянцевые. Но, по-моему, в основном все они матовые. Значит, в чем хорошо матовый? Значит, если, в принципе, взять нож, там, поцарапать ее, любую столешницу, ну, пытаться поцарапать, она теоретически не царапается, но пытаться, то на матовой поверхности меньше будет заметны какие-то микроскопические паутинки царапин. Если взять люксформ, то в люксформе присутствуют разные столешницы. Вот как матовые, так и глянцевые. Глянцевая, ну, пока она новая, она, в принципе, красивая. Но если с ней обращаться не очень хорошо, так сказать, то со временем, лет через 5, на ней появится очень много микроскопических различных паутинок, так сказать, надрезов. Но теоретически эта столешница, как бы, ну, тоже очень сильно прочно устойчивая, то есть вы в ближайшие 3 года теоретически, если не рубать ее топором, то она будет выглядеть хорошо. То есть вы для себя определитесь. Если вы человек, который ухаживает за всем, то, в принципе, вам можно ставить и глянцевую столешницу, что вам больше нравится. Если вы, конечно, режете ножами на столешнице, там, хлеб и так далее, то, конечно, вам лучше брать столешницу, которая не глянцевая, а матовая. Такие тоже есть везде. В принципе, как в Русформе, так и в Эгере. Такие вариантов, в принципе, очень, очень много. И вы сможете, как бы, себе подобрать то, что вы хотите. Ну, в принципе, все. Вот закончились 3 обзора о столешнице моей. Они направлены, прежде всего, на обычных потребителей, которые хотят знать некоторые нюансы и необходимые вещи при выборе столешниц. Поэтому, если это было вам полезно, спасибо вам. Также спасибо, что вы меня смотрите. Мой плейлист, все обзоры про мебель, а также наши изделия. Спасибо вам за это. Мебель Прокси, город Днепропетровск. Спасибо за внимание. Пока.